Из Воронежской области к нам пришел вопрос. Что вы думаете про аутизм? Кто эти люди с духовной точки зрения? У меня ребенок аутист. Нужно ли его причащать? Роман. Если он не возражает, не упирается и делает это охотно, то нужно. А если как-то с этим какая-то проблема, то не надо. Ну а вот кто эти люди с духовной точки зрения? Это люди очень серьезно больны. То есть это психическое заболевание, которое... Ну и психическое в том числе. Нет, лечит. Существуют целые технологии, работа с аутистами, и, в общем, результаты потрясающие. Это есть даже... Недавно по телевизору был фильм о работе с аутистами. Я был просто ошеломлен. Показывают достижения. Как вот специалист по работе с аутистом, он добивается того, как он... Мальчик там вступал в контакт, он с ним разговаривал совершенно абсолютно. Адекватен. Хотя элементы этого аутизма остаются, и, в общем. Ну, это как вот с синдромом Дауна. Тоже если заниматься, очень много можно достичь результата, что такие детки, они даже способны работать. Но это все от степени болезни, конечно, зависит. И от степени болезни, но и обязательно от степени вот участия. Родителей или кого-то из специалистов.